боковые показатели. А в данном раунде победу одержал двойник черный Петровки и Хабаков Влад. Напоминаю, девятая пара не состоится ввиду снятия Макаревича. Победа Ларькова Антона СЛТ. После данного поединка десятая пара весовой категории 70 кг. Ползов Влад Колизей и Камешка Алексей Динамо. А в этом раунде и в бою победу одержал боец черной Петровки Кабаков Влад Дмитриевич.